Всем привет, друзья! Мы играем в Fortress Survival Alpha, в этот раз с вебкой, потому что видео без вебки ожидаемо люди попросили вебку. Мы играем в этот раз на уровне сложности Mad, то есть у юнитов плюс 50% атаки, а боссы... Я спасите, говорю про себя. Боссы дабл какие-то. Ого, а это она так долго строила. У меня почему-то рабочий женщина. Я не понимаю, как так получилось. Торик, смотри. Торик, любимый игрок Никиты. И много рядом со мной сидит. Вообще, это какой-то пацан из Москвы, который как-то попал в Питер на улицу строителей. Вот брат 2 Джесса тоже начинает строить. А вот Lord of Hell пока не знает, как бы, правил, что надо строить внутри вот этих вот чувачков, потому что они до 100% улучшают скорость постройки, но лучше остановиться на том чуваке, который улучшает до 80%, потому что следующие как-то слишком дорогие. Да, и, кстати, можно их улучшать, чтобы они друг друга даже улучшали. А может быть, они не ускоряют постройку, Никита врет, и как бы все... Была бы фишечка, короче... Была бы фишечка, все такие строят эту фигню, а на самом деле она ни на что не влияет. Сегодня у меня другой будет проход, видите, сверху. Но вообще, на самом деле, жесть. Мы два раза пробовали играть, оба раза жестко слили, поэтому, блин, далеко не факт, что в этот раз что-то получится. Мир жесток вообще здесь, то есть у вас нету ничего в начале. Так, надо построить героя, кстати. Вот так вот сейчас, а потом лесопилочки. Все настолько плохо, что я даже рукой не трясу. Да, тут даже не спасет легендарное трясение рук. Так, Hero, кого взять? Медика. Ну, мне вот этот ученый понравился из первого видео. Я брал другого героя в тех вот неудавшихся играх, где мы сливали, и понял, что как бы нафиг. Так. Ученый уже кто-то кого-то убивает, так что можно немножечко передислоцироваться к месту действий вот здесь. Вот ты юнитов кучно поставь, вот этих вот. Кучно. Вот так вот. Может, даже вот я не вот знаю. Может, даже их этот у прохода поставить. Ого! Смотрите! Чувачок уже башни построил. А вот я думал, что нужно это защищать. Ты понимаешь, они же тут спавнятся. Ну да, кстати, нормально, они же спавнятся и сразу умирают. Ну, рядом со всеми порталами, может, тоже так построиться как-нибудь, попробовать. Кстати, да, одна из возможных игр. Вообще, тут есть еще видимые и невидимые юниты, летающие юниты. То есть, на самом деле, здесь есть чем заняться. Вот, но я даже не знаю, что у нас получится. Вообще, надо, конечно, да, попробовать просто застроить порталы, из которых спавнятся мобы. И тогда внутри можно просто невероятно жестко все строить. Большущее количество. Надо строить вот этих вот чувачков, по крайней мере, именно к этому я пришел в прошлый раз, что именно вот эти вот чувачки самые сильные, потому что они сразу на 3 лесопилки распространяются. Да, ее просто хвати дерево. Найс, хватило дерево. Сейчас 6 лесопилочек мы объединим. Можно пока посмотреть, что Lord of Hell. Ну, знаете, Lord of Hell пока больше построил, но уже скоро начнет отставать, потому что все-таки тот чувачок кучу времени тратил на своих ребят, но тратил-то он это единоразово. Оп. Нет, уголочки. Так, ну пока тык-тык-тык, начинаем строить следующие. Потому что постройка — это длительный процесс, а вот вылупляются эти штуки довольно быстро. Текс. Во. Ну, вообще, можно одну, на самом деле, ставить, строить. И... Так, здесь еще к нам особо не подходили, но, тем не менее, у меня уже левел потихонечку растет. Но здесь вот жесткие, конечно. Жесткие штуки. Ну, КД, наверное, здесь нереально большой довольно-таки. А здесь башни уже снесли, видите? То есть, ну, они работают против, наверное, против только слабых юнитов. А сильные юниты всех сами гасят. Так, вот эти вот еще рядом с двумя лесопилочками. Что опять? Ну, дешевые улучшения, поэтому можно вначале их делать. Я не знаю, прошлый, наверное, где-то 60%. А, этот 67 только. 67, следующий 80%. Ну вот на 80% можно, в принципе. На 80% чуваке можно останавливаться. Так, уменьшаем лесопилочки. Тот, кто, наверное, первый раз смотрит это видео, вообще не понимает, что происходит. Ну, как бы вот. Вот такие вот бывают фишечки. Завершено, на. Ой, криво захотел строить ее просто. Все заново.
Если что, я делаю это через Shift. Через Shift, то есть вы нажимаете на домик и через Shift все прокликиваете. Это благополучно заимствовали, перенесли. О, мурлоки, кстати, вон, смотри, стоят на халяву, тут гасят. Заимствовали, перенесли, я не знаю, как еще сказать, чтобы не оскорбить любителей всяких дот там и так далее. Тема через Shift впервые появилась в StarCraft первом, насколько я помню. В Warcraft, не знаю, она была, втором она была или нет, я в него не играл. Вот, но вообще, конечно, да, теперь это есть в большинстве всяких моба, эти вот темы через Shift, потому что они удобные. Заимствовали, заимствовали, не своровали. Удобно же, почему бы не пользоваться, бесплатно тем более. Мне кажется, Blizzard'ам немного помогла бы паранойя этих чувачков из Apple, которые пытаются все запатентовать. Запатентовать телефон. Кстати, главный весельчак, ты молчишь. Да. Что за фигня? Я сконцентрировался. Зачем тебя брали сюда? Все силы я сконцентрировал. Вообще, да, у нас строят стены. Возможно, стоило бы более сильного игрока на это направить. Да, да, да. Андрея. Андрей пока отказывается участвовать в таких общественных начинаниях, как скидывание ресурсов. Нет, нет за меня. Да лол, давай крипцов всех подведи вот сюда, потому что нам стены гасят на халяву. Ты только что сказал, подведи их к воротам недавно. Не-не-не, так вот к этим воротам я и хотел. Не, сначала я сказал, объедини их вместе. Так, ну-ка, заюзаем эту штуку. Будумс, будумс, будумс. Ну, кстати, нормально действует, и КД нормально. Всех подведи, ну бас. Тех я не могу, я тебе говорил. Ну сразу бы сказал, что... Я в прошлой игре говорил, которую мы проиграли. В прошлой игре не считается. Как ты не понимаешь? Андрей. Так, лучше. Давай выселим его. Из моей квартиры, ну нет. Оставьте меня в моей квартире. Блин, жалко тех чуваков, получается их загасит. Ну их всего трое уже осталось. Джимми, ты стоишь на моем пути постройки. Джимми. Какой? Кто? Где я, что ли? Нет, рядовой Джимми. Рядовой Джимми. Вон стоит рядовой Джимми. Рядовой... А, это... О, Андрей, герой появился. В прошлый раз у него появился герой, когда нас уже ломали, доламывали. Ой, начинается. Не, ну я понимаю, да, это нам помогло. Ой, мне герой завалили, черт. Не выпендриваться лучше тут с этим. Так, герой, воскрешайся. 5-го левела, блин, наверное, долго будет. А, не, быстро. Так, строим еще лесопилочки. Я тут... Лесопилки бесплатные вообще. Ух ты. Я самостоятельный уже стал. Чего ты стал самостоятельным? 21 год. Думаю, он сам загрыдил стенки. Ого, ты даешь. Так, давайте высаживаем тут новый ряд. Чувствую себя огородником, реально. Не хватает чутка. 4 можно улучшить. Надо, конечно, улучшать почаще, чтобы было побольше дерева. Ну, пока все строится, надо улучшать. Смотрим, что там как. Вот здесь вот. А где у них стена вообще? Блин, опять всех снесут и к нам побегут. А где они? А, это крипы их уже доламывают. Офигеть. Где стена? Нет стены. Я стены не чувствую, как говорится. Так, ну здесь а чувачки... У тебя ее нету. Чуваки строят Energy Wall, ты говорил, что... Андрей! Вадим! А, герой! А это все уже, что ли? Всех наших защитников сломали? Лошадь догрызают, офигеть. Лошадь догрызают. Боже мой, что-то они очень опасные. Строй стену, ну бас, я тебе буду деньги, дерево скидывать. Да, уже нужно... Давай, где ты? Рука, спасай меня! Боже мой, все очень сложно. У нас большие проблемы, Хьюстон, нам задача что-то нужно делать. Я сделаю супер бомбу. Быстрее. Бамс, бадамс. Ого, у меня бомба жарит. Блин, надо ее качать, короче, она реально сильная. Боже мой, защит so intense, как говорят в Америке. Так, здесь тебе не Америка, понял? Я специально английском матерюсь, они меня бьют. Называют полицию. Какую полицию? Замковую? Все куплено. А, крепостную полицию. Баба тут висит повешенная. Могли бы ее убрать, блин? Что за жесть? Ого, уже достроила. Молодец какая. И все ломают ту стену, которая меньше всего хп. Подлый монстр. Ну ты улучши ее. Она улучшается уже. Ты требуешь невозможного, Вадим. Может, в этом все проблемы. Да, 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 в моих требованиях. Вон эти 20 дерева дал, между прочим. Что там по вебке? Просто кусок твоей башки висит.
50, 75, 100, 125. Так вот, зачем было нужно. Андрей! Да. Время платить по счетам. А я не умею скидывать, сори. Союзники открываешь в Warcraft, есть такая вкладочка. А, можно так, да? Можно. Нет, можно налог вообще поставить, чтобы когда у тебя скапливается денег больше определенного количества, все остальное. Я скидал все, что было. Скидывалось определенному чуваку. Больше не проси. И я жду золото. Это все за всю игру. Старый, 21 год, а уже смеяться туберкулез. Мы тебя. Он живет за троих, главное, а этот болеет болезнью. Я прихожу в форму. Приходишь в форму? Да. Футбольную, что ли? Не, я как питон, готовлюсь это. Че такое? Все больше и больше размер поглощать. Такс. И нужно еще вот здесь вот штучку. А для чего нужно дальше лесопилки? Можно 4 таких штуки сделать. Еще надо такую штуку сделать? 4. Нет, нужно дерево мне кидать. Тише. Чего, Вадим, ты сказал? 4 таких штуки надо. Вот как у меня сейчас построено. Да, но они уменьшатся потом в размере. Окей. И вот сейчас нужно 50 дерева на одну башню, их 6. Ого. Ну, Андрей, скидывай потихонечку, фиг ли делать-то. Не надо быть таким жадным. Скраш пришел. Это тот, который в прошлый раз нас убил. Где он? Ну, зашел в замок. Есть еще же этот, какие-то бесплатные юниты, надо их строить, блин. А как эта штука называется-то? Мёрсенари Тент. Вот этот, что ли? Вот. Угу. Так, давай уменьшай. Блин, зря я не у этих, не у рабов строю, блин. Ну ладно. Так, улучшаемся. Осталось 5 стен улучшить. Так, сейчас я тебе дам еще на одну стену. На. Я просто щедр, блин. Я не строю лесопилки из-за того, что криво этот мерцанный ретент построил. Ну, надо, наверное, их строить всем, чтобы бесплатных юнитов делать. Все-таки бесплатные юниты это круто. Их грейдить дорого. Ого. Так. Что-то сейчас я нормально зажарю тут. Дю-дю-дю. Ну, вроде что-то бью. Если бы вы взяли, блин, тоже бы нормального героя. Ой, я, кстати, могу этот похилять стены. Когда все будет плохо, скажи, я похиляю стены. Что, плохо? Уже сейчас? Да. Я прожал. Я прожал под хил стены. Ой-ой-ой, очень плохо тебе. Похоже, мы только на изи можем играть. Так, Марин. О, бесплатные юниты, лол. Ой, они долго строятся, но зато они бесплатные все-таки. Зато нас сейчас пробьют в один. Давай я тебе дам еще дерево. Ты, да, тебя уже, чуть-чуть уже поздно. Да вот я тебе полтинник дал, что не хватит? Босс Краш пришел, он в прошлый раз нас убил, вон перешли. Да лол! Ну пока еще чуть-чуть осталось, чтобы стену сломали. Блин, а где она? Все сломали, какую-то сломали или нет? Ну сломали. Сломали. Блин, а что? Ой, все, они прошли. Тут нереально. Они прошли. Мне даже дерева не хватает для того, чтобы по контуру вот здесь сделать рабочих. Ну, чтобы они чинили дополнительно. Это слишком интенс. Да мне кажется, он слабый просто, не? Ну, так ты ему дерево не скидываешь. Андрей, давай, в смысле? Мы поменяемся. Я все дерево тебе больше кидать. Ну, я чуть больше ему дерево дал, но не так, конечно, да. Надо нам четвертого человека туда, чтобы это... Чтобы он тоже скидывал. Ну, кстати, в таких играх с сейвами очень важно еще, знаешь что? Уровень сейва. Там а с каким-то уровнем какие-то бонусы, может, откроются. Может, кого-то к себе заселим? Так у нас так места нет. Думаешь, что справа вроде бы... Так не, а ты говоришь, 4 таких штуки поставить, я не представляю. Ну, ты примерно, когда третью начинаешь строить, ты первую уже компактнешь, и она становится в 4 раза меньше. Ну да, то есть там по одной клетке с каждого угла снимается. Даже больше. Ну, а потом ты ее еще уменьшаешь, и она еще уменьшается. Да. Ну, то есть 4 раза меньше практически. Ну, и потом можно снести этих будет механиков, ну, в которых ты строишь вот эти вот лесопилки. Ну да, потом уже они нужны. Так, кто самый сильный? Нам нужен 4. Лорд Гудхелл, наверное. Нет. Он даже неправильно строит. Торик. Нуб пишет, что он самый сильный.
Торик покинул игру. Он не смог выдержать это. Он пошел смывать себя позор. Правильно. Может быть, он знает лучше, чем я. Может быть, мы не зря это сидим. Да не. Так а чё? Мне кажется, может, там уровень нужен действительно, и без уровня не пройти. Так какой есть четверные кататься? Боссы. Ну, это а еще выше уровень. Ну, надо, значит... У тебя первый ранг, у меня второй. У меня четвертый уже был. А, ты, может быть, не загружался в последнее время? А, последний раз не загружался. Может быть. Блин, а что тогда у меня сейвов нету, что ли, тогда, или что? Три лесопилки в начале, потом обстрой, тогда быстрее. Что? Я что-то не понимаю. Он гоу с нами в самом правом краю базы, лорд. И скидывай много правого колобанова, да. Разве не в левом? Правом. А, правом. О, он в базе, да. А, Ниагара теперь еще. Водопад. Смотри, а то сейчас я пиццей тебе клавиатуру всю делал. Да лол, Ниагара лошара, забаньте его, что ли? 228, школьник какой-то. А тут нет автосейва, да? Видимо, нет он. Ну и нафиг тогда это. Третий ранг у меня есть. Не хвастайся. Надо было в той игре, где у нас все было хорошо, построить кучу абрамсов и уйти, опыта нафармить. Были бы... Мне кажется, с пятого левела там какой-нибудь профит идет. Ну да. Блин, Вадим, в Террарию давай еще поиграем как-нибудь.